Добрый день, дорогие участники конкурса Golden Time Talent. Я один из членов жюри Golden Time Talent, международного конкурса по изобразительному искусству. Меня зовут Зуфар Гимаев, я живописец. Я хочу отметить некоторых участников. Вообще все молодцы, все участники молодцы просто, и дети, и взрослые. Вот. Мне понравились детские рисунки, понравилась ДПИ, понравилась анимация. Вот. Из детских рисунков хочу отметить Екатерину Иваненко. Как она говорит, речка, но мне показалось, морем, с горами, с небом. Красивая работа, молодец. Вероника Сахарова. Я, может быть, не все фамилии правильно называю, но я думаю, не обидитесь на меня. Вот, имена постараюсь называть правильно. Вот. Вероника написала, значит, луну и солнышко изобразила. Такая философская картинка получилась, молодец. Светлана Извекова, портрет. Портрет вообще трудный жанр, но я думаю, здесь в этом портрете получился образ, она поймала. Мне понравилась работа, молодец. Михайло Дечко, вот она лошадок, он изобразил лошадок. Вот, немножко симметрично, но я думаю, простительно, это детский рисунок. Так, пейзажик понравился. Вот, портрет Макогон, декоративный портрет, Катя Макогон написала. Вот так в декоративной форме, значит, изобразить портрет. Так, меня зацепила эта работа. Катя Тащук, хутор, такая реалистическая работа получилась, красивая работа, мне понравилась, я ее отметил. Зап Евгения, портрет тоже я увидел здесь образ в портрете, поэтому отметил для себя. Чистякова Анастасия, натюрморт. Натюрморт – непростой жанр, с одной стороны, но вот мне этот натюрморт ее понравился. Драчук Вадим, ежик изобразил. Ну, вяленое искусство, ДПИ, это, в общем-то, интересный жанр. Чем-то мне понравилась эта работа. Елена Ющенко, мозаика. Вот вообще мозаика, это здорово. Обе мозаики мне понравились. Я отметил одну из работ. Ну, обе работы хорошие. Любовь Березорубская, платье и головной убор. В общем-то, вроде бы все просто, но в простом кроется и красота. Особенно понравились мне работы Анны Симоненко, вышивки. Все работы я отметил, и, в общем-то, молодец она. Наталья Тимченко, куклы. К куклам я неравнодушен, хоть и не девочка. С детства люблю различные куклы. Ну, вот мне понравились куклы и Натальи Ткаченко, и, значит, еще вот кукла там была, я отметил. Ольга Верковская, по-моему. Так, вот. Ну, или ювелирный набор Ирины Сергеенко. Так, мне показалось, ее собственный стиль такой, она вроде бы свое такое внутреннее, как бы, ну, поиск свой изобразила, нашла и показала в этом ювелирном наборе. Филиппчик, если правильно называю, Екатерина, комната в такой российском стиле, как она говорит. Мне понравилось, я отметил ее. Татьяна Пахомова, она, значит, вот натюрморт тоже неплохо, мне показалось, неплохой натюрморт. Каменные скульптуры Славы Волохова тоже меня зацепили, я отметил их. Интерьер немножко зацепил Татьяна Близенко, в общем-то, тоже отметил. Ну, иллюстрации можно было поинтереснее, конечно, побольше. Хотя не так много было иллюстраций. Ну, отметил вот одну иллюстрацию Хитряковой Юлии. Ну, особенно мне понравились анимации, вот мультики. Это Роман Певторак, Гонка Анна Черюша, Юлия Певторак. Вообще молодцы. Вот на этом, пожалуй, все.